Вместо привычного резюме – заполнение анкеты. Своеобразная ярмарка вакансий от горкома БРСМ, конечно, немного отличается от общегородской. Она проходит под названием «Труд крут». Наниматель БРСМ – целевая аудитория учащиеся. Можно без опыта работы и оконченного образования. Серия акций проходит в рамках третьего трудового семестра. У нас есть определенная форма анкеты на трудоустройство. Ребята подходят, заполняют ее. Эти анкеты мы забираем к себе в штаб трудовых дел нашего горкома. Там у нас заводится база, и при возникновении вакансий мы из базы предлагаем ребятам. Организаторы предлагают вторичное трудоустройство, то есть работу в студенческих отрядах, подработку в летний период. В городе, за его пределами, также сегодня ведутся переговоры о трудоустройстве брещан в Польше. Площадками для проведения мероприятий являются учреждения образования, железнодорожный колледж, третья по счету локация. Сегодня здесь искали рабочее место десятки юношей и девушек. Очень полезно, как для наших ребят, потому что вторичная занятость важна для наших ребят. Летняя занятость, когда они свободны от учебы время и проводят время кто как хочет и кто как может. И получить рабочее место, заработать деньги, помочь себе и в первую очередь родителям – это очень важно. Учащийся железнодорожного колледжа Александр Кивачук благодаря такой форме трудоустройства прошлым летом работал на самой масштабной стройплощадке Беларуси – Островецкой атомной электростанции. Сегодня молодой человек вновь в очереди. Звонили мне и предложили на работу поехать в Островец. Так как я учусь на такой специальности, как механик, то удалось поработать в Островце механиком, обслуживал технику. Ты получаешь не только возможность заработать денег, но и получаешь возможность общения с людьми. Это приносит огромный опыт для будущей твоей работы, для профессии. Акция «Труд крут» проходит еженедельно. Благодаря ей можно найти работу в строительной, сервисно-педагогической и сельскохозяйственной отраслях. В общей сложности за 3 летних месяца прошлого года Брестская городская организация БРСМ трудоустроила порядка 600 учащихся и студентов Бреста.